Ладно. Посмотрим, смогу ли я поймать нужный сигнал. Довольно далеко, но другого пути нет. Боже, надеюсь, это Лили. Если так пойдет дальше, от Юниона скоро ничего не останется. Нужно найти тот сигнал. Thank you.
Давно я такого в руках не держал.
Связи с Мёбиусом нет. Мы потеряли контакт.
Альфа-1. Ты знаешь правила. Альфа-1? Ты серьезно? А что насчет команды техников? Хрен с ними. Пусть сами разбираются. Мы не морские пехотинцы. Своих не бросаем здесь вообще ни хрена не значит. Тебе что-то не нравится? Смеешься? Я давно мечтаю сорваться с привязи. Надоело пасти техников и бегать туда-сюда. Хорошо. Давай вскроем тайники с оружием, загрузимся и свалим. И вынесем всех подряд к чертовой бабушке. Неважно, кто перед нами, человек или монстр. И что это было? В любом случае, похоже, они были здесь. Но куда они делись? А? Еще сигналы. Не уверен, что хочу с этими встречаться. Судя по разговору, они сорвались с катушек. Хотя... оружие лишним не будет.
компьютер открыть туда доступ. Ты ведь знаешь, как с компьютера открыть туда доступ? Что? А ты со мной не идешь? Нет времени. Я двину в автомастерскую за припасами. Как закончишь, иди к туристическому центру. Так, а туда-то зачем? Я говорю людям, которых встречал, чтобы они шли туда и прятались. Надо с ними разобраться, пока это просто испуганные гражданские. Их проще прикончить сейчас, до того, как они превратились в чудовищ. Хорошая идея. Компьютер еще работает. Да какого...
Неплохо. Возьму.
А это тут откуда? Номер 15. Интервью с детективом Себастьяном Кастелансом. Детектив, расскажите о том дне в психиатрической больнице «Маяк». Я уже 10 раз рассказывал. Давайте еще разок. Это скорее допрос, чем интервью. Прошу вас, детектив. Это я. Thank you.
своем разгаре. Это был просто ад. Какой-то другой мир. И все это было в больнице? Да я же сказал, что нет. Господи, да как же вы не понимаете? Я понимаю, что вы перенесли серьезный стресс. Потом меня направили на терапию. Пытался ли он меня облапошить? Или знал что-то, чего не знал я? Вы не удержите меня здесь. Маяк?
Не мог же я вернуться. Что это за чертовщина? Это просто воспоминание? Что тебе нужно? Себастьян, ты в порядке? Твои показатели вдруг скакнули. Ты был на грани остановки сердца. Я видел маяк. Я опять там был. Как это возможно? Это же совершенно новая Стелл. Я не знаю. Но я знаю, что я видел. Только бы это не повторилось. И так все отвратительно. Но я не хочу переживать прошлый кошмар снова и снова. Этот мир пытается меня запутать. Нельзя отвлекаться. Нужно найти Лили. Что это?
припасов, когда у каждой заначки кишат. Черт! Как добраться до припасов, когда у каждой заначки кишат эти твари? Это должно помочь. Теперь вы отсюда не выберетесь. Джеймс, это Райан, ответь. Мне удалось запереть толпу тварей в помещении под автомастерской. Иду к туристическому центру. Джеймс, ты слышишь? Черт! Тут в подвале есть какие-то припасы? Нужно спуститься вниз. Новый сигнал. Джеймс, где тебя черти носят? Туй к туристическому центру. Ты мне не поверишь. Туристический центр.
Это что, для меня? Знаю этот стиль. Снова он. Я могу вывести тебя отсюда. Слушай, парень, просто отпусти меня. Я отведу тебя в безопасное место. У нас есть припасы. Давай со мной, я могу вывести тебя отсюда. Безопасное? Кому интересно, безопасное? С какой стати мне уходить отсюда? Тут все на стадии творения. И скоро станет идеальным. Все, что нужно, это мое вдохновение. И твоя кровь. Чувак, ты что, совсем рехнулся? Не дергайся. О, черт! О, черт! Помогите! Помогите мне! Да не дергайся ты! Итак, займемся искусством. Не повезло, Райан. И камера, снимающая останки жертвы. И это он называет искусством? Кровавая расправа. Еще один коммуникатор. Наверное, Райана. Эти тоже из Мёбиуса. У них может быть что-нибудь полезное. Куда он делся? Что за чертовщина? Мерзость.
Какая дрянь. Это слишком. Даже для этого мира. Убежище Анила вот здесь. Пойду, что ли, расскажу ему последние новости лично.